Александр Галич после вечеринки. Под утро, когда устанут влюбленность и грусть, и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет звучать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит ему хозяйка, бояться автору нечего, он умер лет 100 назад. Под утро, когда устанут влюбленность и грусть, и зависть, и гости похмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом.